должны учесть, что, во-первых, в процентном отношении наши военные расходы по отношению ко всему бюджету значительно меньше, чем это имеет место в большинстве государств. Я уж не говорю о тех государствах, которые особо ретиво готовят нападательные войны. Во-вторых, нужно учесть, товарищи, то обстоятельство, что эта цифра является с точки зрения практической организации нашей обороны действительно скромной и минимальной.